Доброго времени суток. Просто даже не знаю, как объяснить. Я только что несколько раз просмотрел видео, которое мы только что видели. Сразу я подумал, что это вообще реально действительно какое-то шокирующее. Вот как это объяснить? Вот смотрим. Вот эта машина, которая едет, и она ударяется в некую, смотрим, в некую невидимую преграду. Ну, если честно, то, конечно, любой здравомыслящий человек просто подумает, что этого не может быть. Потом, когда внимательно еще раз пересмотрел вот это то же самое, повтор, момент, когда машина явно едет по своей стороне, ее заносит, и она ударяется о что-то, которого, ну, в априори не должно существовать. То есть, как бы оно существует, но его не видно. Как бы, ну, видно, что дорога ровная, ничего там нету, и во что-то она ударяется. То есть есть множество, ну, несколько видео, по крайней мере, которые сейчас мы разберем, которые демонстрируют непосредственно то, что автомобили ударяются в невидимую преграду. Что это такое? То есть это может быть магнитная аномалия, может быть это проделки НЛО и так далее и тому подобное. Естественно, что такие видео меня очень сильно удивляет, я сам любитель мистики и всяких необъяснимого. Я решил подробно, покадрово просмотреть вот это видео. Ну и давайте вместе просмотрим вот это видео. Сейчас смотрим. Вот давайте еще раз. Внимательно, медленно смотрим. Вот оно ударилось, летит и во что-то невидимое. Вот она едет, едет, стоп. Смотрите. Чуть-чуть назад. Смотрите, обратите внимание. Видите, здесь нету разметки. Видим, да? И машина летит, 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 летит. Ударяется. Видим, да? Разворачивается. Дальше, 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 дальше. И чудесным образом разметка появляется. Самое удивительное то, дальше, смотрите вот внимательно, то видео, оно было обрезано. Смотрим вот это видео. Сейчас я сделаю то же самое. Смотрим. Раз нету разметки. Оп. И чудесным образом разметка появилась. А на этом видео человек, который монтировал, залаживал вот это видео, он просто обрезал этот момент, чтобы было непонятно, что здесь он тоже это заметил, что здесь разметка не было ее. Вот. Вот видим, да? Ее нету. И тут после этого видео, после удара, разметочка чудесным образом рисуется. Здесь, вот на этом видео, четко показано, как ее не было. Вот она. Видите, такое. Раз. И улетела машина. И разметочка нарисовалась. О чем это говорит? На самом деле, самое удивительное, почему я забегаю наперед, сейчас я вам скажу, почему я так возмутила меня. Данные видео были получены в разных странах, в разное время и, разумеется, разными людьми. Он даже обратился за помощью к специалистам в сфере видеомонтажа, и те заключили, что данные кадры не подвергались обработке. Он посчитал, что это мистификация, и обратился к специалистам по видеомонтажу. И они сказали, что видеомонтажа не было. Но как же вот это вот объяснить, которое мы только что... То есть все это делается элементарно. Загоняется в программу Sony Vegas, которой я сейчас буду пользоваться, когда буду монтировать это. И просто вот эта машина, она стирается, мягко говоря. То есть ее делают так, что она становится невидимой, которая здесь стоит. Это обычная ДТП. Но та преграда, та машина, которая здесь была, мы по вот этой тени, которую только что мы видели, здесь что-то стояло. И вот это просто не рассчитало, машина и ударила стоящий или едущий предмет. И просто из-за этого она разбилась. Далее. Вот тоже мне очень интересно понравилось вот это вот видео. Смотрим.
Здесь он пытается, он увидел препятствие, здесь пытается вывернуть и не успевает. И во что-то ударяется. Здесь он пытался, он увидел препятствие, но уже было поздно, и он пытается вывернуть. Но у него ничего не получилось. Что касается скептиков, то они предполагают, будто всему виной металлические кабели, разбросанные на дорогах и попадающие в колеса. Ну, я думаю по этому поводу то, что это на самом деле обычный видеомонтаж. Никакие это не кабели, которые разбросаны, это специально вброс сделан, чтобы направить нас по ложному пути. Это обычный видеомонтаж и не более. То есть красиво сделано так, что встречная или боковая машина, она ударяет в нее, и машины просто разлетаются. Это обычные ДТП, которые просто после видеомонтажа, после обработки, они приобрели мистический вид, скажем так. Вот и все, что я по этому поводу думаю. Так что на сегодня всем всего хорошего. Подписываемся на канал, пишем комментарии, все, что мы по этому поводу думаем. Если я прав, ставим лайк. Если не прав, ставьте дизлайк. Счастья, удачи и процветания.